Всем привет! В Риге происходит праздник Шерлока Холмса. 160 лет, как его написали. Первые съемки советских фильмов тоже происходили в Риге. И вот что я сегодня заметил, как журналисты берут интервью. Это обман. И это интервью уйдет, конечно, на Украину, там будет сказано. Правда, со звуком там немножко не так. Но я думаю, при интересе вы все это увидите. Тебе нужно будет сказать, что это ведь праздник. Для меня такая неожиданность. Я не знал, что здесь уже Шерлока Холмса снимали. Надо, чтобы сказали хорошо. Они тут говорят, что для тебя это вообще капитальное удивление. Вообще все. Рига вообще чудный город. И все так. Только здесь, кажется, Шерлок Холмс снимался. Это для тебя удивление открытие. Поехали. Да не будет, все нормально. Это, кстати, это на Украину уйдет. Так что не переживай, никто не узнает. Юрочка, скажи, пожалуйста, ты знала, что Шерлок Холмс снимался в Риге? Я знала, что место встречи в Риге нельзя снималось в Риге. Нет, вообще, не место встречи. Давай еще раз сначала. Еще раз. Ты знала, что я увидела? Да. И правильно. 17 мгновений. Место встречи не снималось точно. Ты знала, что здесь снимался Шерлок Холмс? Я точно знала, что 17 мгновений просто здесь снималось, но здесь снималось, у меня было время. Мы с ребенком на каникулах, потому что в России длинные праздники. Мы совершенно неожиданно вышли на главную площадь и увидели такое действие. И это все покажут на Украине, правда, в другой картинке, в другом ракурсе. Спасибо всем за внимание.